Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение, продолжаем разбор Божьего Слова. И тема, которой я сегодня хочу поделиться с вами, она называется так. «Поднявший руку на помазанника не будет жить». И вот эта фраза «поднявший руку на помазанника не будет жить» — это такой духовный принцип, который на самом деле указан в Писании. Эти слова, они принадлежат человеку по имени Давид. Также эта фраза, она сегодня употребляется ответственными людьми. Ну, например, это какие-то пасторы, лидеры движений, просто лидеры. И каждый раз, когда ты что-то вступаешь в какую-то конфронтацию, может быть, либо что-то пытаешься, осмелишься сказать этим лидерам, они начинают говорить, что ты поднимаешь на меня руку, я помазанник, я здесь поставлен главным. И ты имей в виду, что помазанник – это такой человек, подняв на которого руку, ну или они еще интерпретируют это так, что сказать что-нибудь, типа рот раскрыть, ты сразу становишься человеком, который не будет жить. Тем самым они пытаются тебя, ну как бы, запугать, говорить, что ты будешь поражен, что Бог тебя убьет, проклянет, что-то с тобой случится. Друзья, я хочу многих из вас успокоить, некоторых ободрить, некоторых освободить от этой контролирующей и манипулирующей фразы, которую берут из Писания и употребляют, употребляя незаконно. Но сегодня, дорогие друзья, я хочу, чтобы каждый понимал, что Давид, он говорил эти слова по отношению к человеку по имени Саул. Саул — это был такой царь, которого действительно помазал Бог, которого Бог избрал для того, чтобы он царствовал, управлял Божьим народом. Но впоследствии Саул отпал от Бога. Он стал делать непозволительные вещи. И когда человек говорит о себе, что ты поднимаешь на помазанника руку, он ставит себя на место вот этого отпадшего царя. Он говорит таким образом: ты видишь, Давид, он не поднял руку на Саула, а ты на меня поднимаешь руку. Таким образом, когда тебе это говорят, картина понятная. Автоматически тот человек, который заявляет о себе, как о помазаннике, на которого подняли руку, он ставит себя на место Саула. Я хочу, дорогие друзья, чтобы каждый из вас, вы ответили себе на вопрос. По отношению к кому говорил Давид эту фразу? Оставляем в сердцевине нашего сегодняшнего учения вот эту истину. Она действительно соответствует правде, что поднявший руку на помазанника не останется жить. Но сегодня эту фразу и употребляют люди, которые хотят избавиться от любых прямых вопросов, хотят избавиться от любых претензий к своему служению, хотят защитить свой трон, защитить свою власть. Им все время кажется, что на них кто-то поднимает руку. Они берут эту фразу, используют ее в качестве манипуляции для того, чтобы просто закрыть тебе рот. Когда речь идет о том, что Давид не поднял руку на Саула, на самом деле это Саул поднял руку на Давида. И Давид именно и был тем помазанником, на которого была поднята рука. И поэтому Саул не остался жить. Вот это то, что я хочу сегодня положить в начале нашего учения. Саул забыл или не знал, или просто он был не в курсе, что Давид, находящийся помощник в его царстве, которого дал ему Бог, он был помазанником. Видимо, он не учел того момента, что помазанник здесь, в этом царстве, не только он. Что есть еще помазанники, это люди, знаешь, я уже говорю сегодня церковным языком. А разве помазанник в церкви — это один только пастор? Разве мы не знаем, что тело Христово, оно состоит из помазанников? Просто кто-то старше, кто-то младше, кто-то кому-то находится в послушании. Это нормально. Но сегодня я хочу сказать, что Саулы всегда забывают, что есть еще помазанники, которых дал им Бог не для того, чтобы они их преследовали. Не для того, чтобы они в них метали копья. Не для того, чтобы они поднимали на их руку. Давид был дан Саулу для того, чтобы одерживать победы над филистимлянами. Филистимляне – это образы противостоящего воинства бесовского. То есть помощник дан Саулу для того, чтобы помогать, одерживать победы. Почему же случается так, что помазанник Саул поднимает руку на помазанника, на подчиненного ему помазанника Давида? И как мы видим впоследствии, не остается жить, точно как говорил Давид. Забегая вперед, дорогие друзья,
Я хочу вам сказать одну вещь. Саул ведь не погиб от руки Давида. От руки чего погиб Саул? Саул погиб от руки филистимлян. И сегодня я хочу сказать, дорогие друзья, что Саулу не нужно бояться того, что кто-то из их помощников поднимет на них руку. Ему нужно бояться того, что он погибнет от своих врагов, от бесов. Ему надо заниматься войной с ними. Ему не надо преследовать этим Саулам, им не надо преследовать людей, на которых они смотрят с подозрением. Почему я так говорю? Я сегодня хочу дать несколько пунктов, чтобы ты, дорогой мой друг, мог просканировать себя. Давайте немножко вспомним, каким образом вообще Саул оказался царем над Божьим народом. Была ли это Божья воля? И да, и нет. Во-первых, Библия нам говорит о том, что люди захотели царя. Люди захотели сильного лидера, как у прочих народов. То есть они захотели по образцу общества. Они не захотели, чтобы над ними правил Бог. Они не хотели лично слышать голос Господа, они не хотели каких-то наставников, они хотели царя. И вот это желание народа, оно всегда порождает каких-то тиранов на их голову. Людей, которые начинают, подобно египетским фараонам, строить себе какие-то пирамиды, какие-то движения, какие-то безумные идеи воплощают. И тем не менее, Бог услышал народ и говорит: «Хорошо, я для вас это сделаю». Послал своего пророка Самуила и говорит: «Назначим царя». Это они захотели, пожалуйста, пусть будет так, как они хотят. И вот появляется Саул. Самуил сразу предупредил этих людей. Пророк Самуил предупреждает народ Божий. Он говорит: «Ну вы поймите, когда у вас появится царь, он возьмет ваших сыновей, дочерей, ваши налоги, ваши, то есть все, что у вас есть, вам придется поделиться с этим царем. Потому что что за царь без колесниц? Особенно нынешние цари, они любят хорошие колесницы, дорогие, качественные, иногда их много бывает. Они любят дворцы, они любят, чтобы дворцов было много. И поэтому всегда царю нужны люди, которые с ним с радостью поделятся. И всегда среди таких людей, среди Божьего народа находятся люди, которые с радостью передают контроль над своими жизнями вот таким Саулам. Вот так они появляются, эти Саулы. И, конечно же, для таких помазанников власть – это все. Это смысл их жизни. И больше всего эти люди начинают волноваться за свою власть именно тогда. Вот сейчас я хочу, чтобы ты, дорогой друг, меня услышал. Если ты почитаешь историю о Сауле, о Давиде, она написана в первой книге царств, Библии. И ты можешь увидеть сам, что на самом деле Саул начал волноваться за свою власть. Вот в какой момент. Услышь меня сейчас очень внимательно. Он начал волноваться за свою власть тогда, когда пророк Самуил сказал ему, что Бог его отверг. Вот когда... Знаешь, я тебе хочу сказать, дорогой друг, что если ты видишь, что какой-то помазанник Божий, реально помазанник, это не самозванец, то есть Саул не сам себя выдвинул, это избранник Божий, это помазанник Божий. Если ты видишь, что этот человек, он вдруг начинает волноваться за свой имидж, он начинает волноваться за свое имя, за свою популярность, за почтение в глазах народа, общества. Также, если ты видишь, что он начинает подозрительно смотреть на каких-то успешных людей в своем окружении, это признак того, дорогой мой друг, что этот человек внутри знает, что отношения его с Богом, они нарушены. Что произошло с Саулом? С Саулом произошла следующая интересная история. Когда он ослушался Бога, он согрешил. Самуил, пророк, он пришел к нему и говорит: «Все, царство от тебя отойдет». И говорит: «Бог, который видел твой грех, даже если ты постарался за него хорошо забыть, но он видел твой грех, Бог отторг от тебя царство». И дальше он говорит: «И отдаст это царство лучшему тебя». Теперь внимание. Вот эта самая мысль делает Саулов, вот таких помазанников, подозрительным к окружающим людям. И именно эта мысль заставила Саула схватить Самуила и говорит: «Хорошо, я понял, Бог меня отверг.
Ну хотя бы выйди к народу и скажи, что со мной все хорошо, принеси со мной жертву. Ну как бы почти меня перед народом. То есть для Саула в этот момент это безумная мысль. Кажется, дорогой Саул, тебя Бог отверг, ты ослушался, ты согрешил, тебя Бог отверг. В этот момент Саул принимает как данность. Он принимает как данность то, что Бог его отверг. И теперь начинает заботиться только о своем положении перед людьми. Вот если в твоей церкви авторитет пастора охраняется больше, чем имя Иисуса, этот пастор знает, что Бог его отверг, и он начинает работать на свое имя. Следующее, что он начинает делать, вот я вам сегодня скажу признаки Саула. Хочешь узнать, Саул ли ты, или Саул ли твой пастор? Читай Библию. Читай Библию, дорогой друг, ты увидишь. Я тебе сегодня чуть-чуть зачитаю. Первое. Беспокойство о своем авторитете. Постоянное беспокойство о своем авторитете. Просьбы каких-то больших людей почтить его. Например, Саул воспользовался услугами пророка Самуила. Говорит, выйди к людям, ну, засветись, что типа мы с тобой вместе. И такие служители, они обычно начинают пожирать чужие имена, приглашать каких-то великих людей, типа засвидетельствуйте, что я большой помазанник, и раз я с вами в одной компании, пусть люди знают, что я все еще в теме, я все еще в теме. Но это им не поможет. Они прекрасно знают, что Бог уже с ними все решил. За грех, за нечестие, за непослушание. Теперь они работают только на свой имидж. Следующее, самый главный признак. Ликвидация вокруг себя любого успешного человека. Таким человеком у Саула был Давид. Я сегодня хочу тебе сказать, дорогой друг, а что Давид такого сделал? Из-за чего стал Саул его преследовать? Когда я читаю это в моей Библии, надеюсь, в твоей написано то же самое, там написана одна вещь. Давид одержал всего лишь одну победу. Там написано, что он поразил Голиафа. Прекрасная история, блистательная победа. Это была единственная победа, которую на глазах Саула одержал Давид. И самое интересное, дорогой мой друг, этого хватило, чтобы Саул начал с подозрением смотреть на Давида. Он посмотрел, и с одной стороны, он понимает, что этот человек принес победу. То есть он послужил, ну, твоему авторитету, ты царь, ты разрешил ему воевать, он сделал какую-то победу. И вдруг Саул начинает с подозрением смотреть на него. И я тебе скажу, дорогой друг, исчерпывающий ответ, почему, все-таки почему Саул начал преследовать Давида. Вот ответ. Он содержится в 18 главе 1 книги Царств, в 6, и 7, и 8 стихе, и 9. И вот я их зачитаю, имейте терпение послушать. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, ну, над Голиафом, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пениями, плясками, торжественными тимпанами, кимвалами и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И написано, «И Саул сильно огорчился». 8 стих. «И неприятно ему было это слово, и он сказал, Давиду дали тысячи, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». И написано в 9 стихе, «И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Вот смотри, дорогой друг. Его не напрягла, Саула не напрягла победа. Написано, что женщины, они выходили навстречу Саулу. Саул шел во главе триумфального шествия с победой. И они выходили навстречу Саула. Там звенели бубенчики, кричали женщины «Ура!» и воздух чепчики бросали. Все было хорошо. Но Саул услышал то, что вот на самом деле является причиной, почему он стал преследовать Давида. Рейтинг Давида, он начал расти. И вопрос не в том, что грядет какая-то замена Саула. Давид был дан Саулу как помощник. Давид был дан для того, чтобы побеждать. Мы уже говорили об этом. Но разговоры женщин,
Знаете, они напрягли Саула. Он сел, шел в этот момент, весь в сиянии, в победе. Все у него было классно, но одна мысль, она огорчала его сердце. Она не давала ему покоя. Но почему за Давида говорят? Почему за него вообще говорят? Кто здесь царь? Он, наверное, в этот момент даже задумался, может, Давид каким-то образом понравился этим людям? Может, он их каким-то образом обольстил и стал смотреть на него с подозрением? И следующее, что произошло, дорогие друзья, Библия нам описывает в этой же главе, что «и было на другой день», 10 стих, «напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид был при нем». И вот из этого я тебе хочу сказать следующий признак Саула. Саул – это всегда человек, одержимый духом гнева. Саул всегда неуправляем в своих эмоциях. Если его что-то раздражает, вот написано здесь, Саул бесновался в доме своем. Вот эти Саулы, они начинают бегать, они начинают строить их, они начинают орать не своим голосом, они начинают кричать, выходить из себя и метать копья в тех, кто вызывает у них подозрение. Здесь написано, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид, написано, два раза уклонился от него. А дальше сказано, и стал Саул бояться Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. То есть причины того, что какой-то человек, обладающий позицией, начинает преследовать каких-то людей, я сейчас даже не буду называть этих людей сильно успешными. Давид одержал только одну победу на тот момент, но этого хватило. И дальше история описывает вот в чем, что не Давид начал руку поднимать на Саула, а Саул на Давида. Он стал говорить всем своим помощникам, там написано, Давид должен умереть, он говорил об этом своему сыну, Давид должен умереть, надо от него избавиться, надо его приглушить, притушить, надо с ним что-то решать, потому что... И он не мог объяснить почему. У него спрашивал его сын, у него смотрели с недоумением помощники, думают, что ты привязался к этому Давиду? Что тебе надо? Твое же царство. Ты же здесь всем обладаешь, это же твоя империя, ты царь. Давид, в свою очередь, спрашивал, говорит, что ты за мной гоняешься? Я же блоха, я мертвый пес, зачем ты меня преследуешь? Но Саул уже не мог остановиться по одной причине, я ее снова напомню вам. Он не мог остановиться, потому что внутри уже было у него Божье слово. Я тебя отверг. Я с тобой закончил за тот грех, который ты делал. Саулу было об этом объявлено. Он внутри себя знал, что настанет момент, рано или поздно его царство полностью отторгнуто будет от него. И здесь описывается длительная история того, как именно помазанник Саул поднимал руку на Давида. Ему было непонятно, что Давид является помазанником. На него точно так же нельзя поднимать руку, как и нельзя поднимать руку на Саула. И заметьте, дорогие друзья, именно Саул стал это делать. Человек, имеющий позицию над другим помазанником. Итак, я напомню вам некоторые признаки Саула. Как определить Саула? Саул – это человек, который беспокоится о своем авторитете и положении перед людьми. Он всегда хочет, чтобы звучало его имя. Второе. Это преследование успешных людей. Малейший успех в его окружении, у кого-то из помощников или у кого-то из его людей, в церкви, в движении, он вызывает у него подозрения. Особенно ключевой момент, если за этого человека начинают говорить люди. Еще здесь чуть-чуть скажу еще за один признак. Он... очень соединен или как очень соприкасается с вот этим признаком почет перед людьми. Саулы обожают ставить себе памятники. И знаете, в Библии написано, что в первой книге Царств, 15 главе, в 12 стихе написано, что Саул, он поставил себе памятник на горе Кармил. Представьте, себе при жизни ставит памятник. Он захотел увековечить свое имя. Это еще один признак, который присущ всем Саулам. Эти Саулы, они называют своими именами организации.
Они вешают, ты увидишь в церквях у них их портреты. Ты увидишь, как они начинают снимать про себя фильмы. Начинают везде показывать свое лицо. То есть везде они. Везде памятник, им так хочется, чтобы про них помнили долго, чтобы их записали в какую-нибудь книгу, например, там «Божьи генералы». Они всегда хотят, чтобы их имя было записано не в книге жизни, а где-нибудь на земле, очевидным для людей образом. Они все для этого делают. Это еще один признак. Следующий признак Саула – ликвидация лидерства. Ты можешь сказать, ну в моей церкви есть лидерство. Немножко это не так выглядит. Есть большая разница между исполнителями и лидерами, у которых есть Божье водительство. В истории про Саула и Давида таким лидером выступил священник по имени Ахимелех. Дело в том, что когда уже Саул начал преследовать Давида, когда уже рука Саула она поднималась на этого помазанника, Давид был вынужден бежать. Естественно, одному человеку, знаете, вот человеку одному, особенно когда ты такой человек, у которого есть миссия, которого Бог избрал, которого Бог помазал, который понимает вообще, кто ты, все равно этим людям непросто. Дело в том, что Давид, он искал перекусить, искал общение, искал, ему нужно было оружие, чтобы защищаться. И он написано в 21 главе 1 книги Царств, написано, что он прибежал к такому священнику Ахимелеху. И Ахимелех помог ему. Он ему дал хлеб прямо из храма, дал ему меч Голиафа, который когда-то отобрал Давид, и отправил с миром вместе с его людьми. То есть накормил, помог и все. И об этом узнал Саул. Как он об этом узнал? Хочу тебе еще один признак Саула сказать. Саулы обожают пользоваться услугами негодяев, людей, продавших всякую совесть. Людей, способных на какую-то ложь. И именно так поступил Саул. Саул воспользовался услугами негодяя по имени Доек Идумеянин. Этот человек, по странному какому-то совпадению, почему-то здесь указана его должность при царе. Он был начальником пастухов, пастырей. И Саул воспользовался его услугами и говорит, ты знаешь, где был Давид? А тот просто у него там... Нюх хороший работал, он быстренько узнал, где был Давид. Думает, это начало моей карьеры, это новое начало в этом царстве. И говорит, дорогой Саул, а Давид был у этого священника, они там трут между собой, они дружат. С этим надо что-то делать. И вот один из признаков еще Саула, он хочет контролировать, с кем тебе дружить, с кем тебе общаться, с кем не общаться, если вдруг... Саул смотрит с подозрением на Давида, то есть если этот лидер смотрит с подозрением на кого-то из своего окружения, с этим человеком не может дружить больше никто. Не можешь ты приближаться. Какой хлеб? Какой меч? Как посмел ты дать этому Давиду какую-то помощь? Это все мое. И именно такой разговор состоялся у Саула с этим священником. Он вызвал его к себе и говорит, это таково твое посвящение мне? Так разговор так и состоялся. Он говорит, ты человек, который должен быть посвящен мне. Кстати, Саул говорил другим своим помощникам, говорит, что вы на этого Давида смотрите? Он вам даст разве виноградники в нашем царстве? От меня здесь все зависит. Я могу дать то виноградник тебе могу дать. Могу забрать у тебя виноградник. Это тема нашей прошлой проповеди, прошлого учения. Вот эти Саулы, они всегда думают, что они могут все давать, раздавать, забирать. И он говорит этому священнику, он говорит, как посмел ты нарушить твое посвящение мне и помочь Давиду? Таково твое усердие ко мне, таково твое посвящение. И говорит, слушай внимательно, что он делает? Говорит, ты должен умереть. И что они делают дальше? В церкви всегда есть люди, для которых безумство Саула очевидны. И я хочу тебе показать, что все-таки есть священник, для которого голос Божий важнее, чем голос Саула. Таким священником был Ахимелех, и он умер потом, его убили. Но он отвечал Саулу и говорит, а кто из всех рабов твоих верен, как Давид? И он говорит, теперь в 15 стихе 1 книги Царств, 22 глава.
Здесь написано: «Нет, не обвиняй меня в этом, царь, раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле, слушай внимательно, и во всем этом деле раб твой не знает ни малого, ни великого». Вы представляете, что говорит священник? Он говорит, я сейчас переведу на современный язык, он говорит: «Саул, я понимаю твои эмоции, что ты не любишь Давида, но Давид пришел в мой дом. Я знаю этого человека, я знаю его, он нормальный человек, он верный, он все хорошо делает». То есть он ему дает понять: я знаю, почему ты его преследуешь, но говорит, ну в этом деле, когда человек обращается ко мне, я не знаю ни малого, ни великого. Иными словами, он ему дает понять: я понимаю, что ты царь, но я сделаю так, как говорит мне Бог. Я сделаю так, как по совести, я помогу, я буду общаться. Какая мне разница, что ты там, у тебя какие-то амбиции, что он там претендует на что-то. Саул пришел в ярость от этого. Он посылает, он берет и говорит своим слугам: пойдите в тот город, из которого этот человек, и говорит, убейте там всех. Ну, в современном мире это выглядело бы так. Поедьте в ту церковь или в ту страну, из которой этот человек, этот священник, и не оставьте там камня на камне. Все отобрать, все вырезать, этого убить, все. Ничего не изменилось за тысячи лет, правда, дорогие друзья? И я хочу вам сказать, что произошло дальше. В окружении Саула все равно были люди, которые понимали эти вещи. У них еще с совестью все было в порядке, в отличие от начальника пастырей. Они говорят: нет, мы руки на священников не подымем. Что? Вы хотите сказать, что вы не поднимете руки на помазанников? А Саул поднимает. Он говорит: а, вы не хотите? То есть воины отказались убивать священников. И он тогда говорит: Доик, вот ты донес, ты их и убей. 18 стих. «И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников». Написано: и пошел Доик, и думиянин, и написано: вырезал весь город, женщин, детей, там все, короче. Ему было важно не угодить Богу. Ему было важно не поступить по совести. Всегда вокруг Саула будут такие люди, которым важнее всего угодить Саулу. Вот негодяи, которым без разницы, что говорит их совесть. Им нужна карьера, им нужна позиция, им нужно угодить Саулу. И Доик пошел угождать Саулу, вырезал всех людей, поубивал священников. И сегодня, когда я спрашиваю, говорю: дорогие друзья, я хочу спросить каждого из вас, так кто на помазанника поднял руку? Или кто не поднял? Вот эти Саулы, которые кричат, что на меня нельзя руку поднимать, они вырезают целые города священнические, они разрушают церкви, они выгоняют пастырей, они просто пытаются лишить призвания тех, кто на самом деле бескомпромиссно, без всякого человекоугодничества говорит правду. Это еще один признак Саула. Они уничтожают независимых лидеров. Независимых в позитивном смысле, которых есть еще послушание не только Саулу, но и Богу. Которых есть еще совесть внутри. Саулы всегда будут уничтожать таких людей. И если ты видишь, что твой лидер, или может быть это ты, позиция такая, что тех людей, которые говорят: я слушаю Святого Духа, и извини, царь, но я не буду так делать. И вдруг этих людей начинают удалять, выгонять, проклинать, преследовать. Этот человек, Саул, именно он поднимает руку на помазанников. Я еще раз хочу тебя спросить. Разве речь в этой книге идет о том, что Давид поднимал руку на помазанника? Речь в этой книге идет о том, что царь, у которого была власть, который прикрывался тем, что якобы Давид восстал на его положение, он сам убивал священников, он сам лишал позиции пастырей, он сам гнал вот эти, знаете, я думаю, что неудивительно, что Доик это был начальник пастухов. В этом есть определенные иносказания, задумайтесь. Это всегда люди, которые руководят, они стоят над пастырями. Возможно, это какие-то епископы, там, старшие епископы. Они всегда, вот, знаете, для них положение важно. Для них важно то, что скажет Саул. Потому что они уже с овцами давным-давно не имеют дела. Они только командуют. Они только на самом деле возятся с теми, кто делает всю работу. Вот что такое начальник пастухов.
начальник пастырей. Эти люди – это всегда первые человекоугодники. Итак, мы говорили за признаки Саула. Я напомню их еще раз. Беспокойство о своем авторитете, позиции перед людьми, установка себе памятников при жизни, преследование успешных людей, ликвидация независимого лидерства. Еще раз напоминаю, независимого я имею в виду, когда лидер слушает глаз Божий, а не только Саула. Неуправляемые эмоции, использование услуг негодных людей. Это признаки вообще вот, и Саулов, и Езавели. Вот когда ты видишь, что вокруг главного человека, вокруг лидера собираются какие-то негодяи, которые готовы на все что угодно, лишь бы быть возле Саула, называть черный диван зеленым или там зеленое красным, как им Саул скажет. У них это считается посвящением. На самом деле это просто признак негодного человека, который ради Саула готов называть черное белым. Следующий признак Саула – это занятие оккультизмом. Это уже обычно происходит на самом-самом закате их служения. И они прибегают к таким методам, против которых они сами ратовали. Ну, например, если человек боролся с бесами, с проклятиями, разрушал проклятия, выступал против колдовства, сглазов, порчи, гипнозов и прочее вот это вот, ну, этих вещей, он начинает к этому прибегать. За счет душевных усилий, пытаясь проводить какие-то служения, пытаясь, знаете, вот ставя даже так вопрос, что сотрудничество идет вообще не с Богом, потому что Бог с ними не отвечает. И они начинают прибегать к услугам оккультным. Тут я чуть-чуть оговорюсь. Вы никогда не увидите, что прямо Саул или вот такой помазанник, он стал шаманом, что он напялит на голову какие-то атрибуты, раскрасится и начнет трястись и добывать какие-то духовные силы. Нет, это все происходит тайно. В данном случае Саул, он тихо переоделся, что вообще даже никто не знал, что Саул это Саул, и пошел к бабке, к ворожее. И он пошел к ней с Божьим намерением вызвать голос Божий. Иными словами, дорогой друг, будь очень внимателен. Вы знаете, что Саул, он попросил эту женщину вызвать из мертвых Самуила, мертвого умершего пророка. Он не попросил вызвать дракона из преисподней. Он не попросил его вызвать какого-нибудь звездочета, еще кого-то, знаете, сатану, беса какого-то. Он попросил вызвать ему Божьего человека. Теперь внимание. Когда человек теряет отношения с Богом, он впадает вот в то, что мы в традиционном смысле называем религией. Незаконное добывание Божьих ответов в то время, как гласа Божьего эти люди не слышат. Они просто входят во двери царства с обратной стороны. Еще раз говорю, во двери царства. Они все еще хотят входить в царство. Они не хотят входить в преисподнюю или к сатане обращаться. Они хотят обращаться к Богу. Но так, каким позволяет их состояние? Через душу, через какие-то оккультные вещи. Они все еще думают, что они обращаются к Богу. Самое интересное, что Самуил все-таки восстал из мертвых и ответил им. И ответил точным знанием. Говорит, завтра ты умрешь, будешь со мной здесь. И это сбылось. И люди, богословы, они спорят по сей день. Говорят, так все-таки это ну, реально, что Самуила вызвал. Вызвал это бабка Самуила, и он дал знание от Бога. Как видишь, вот таким способом, с обратной стороны, он опустился до такого, что стал добывать Божьи ответы одному ему понятным способом. Что я хочу сказать, применить как это? Следите за моими словами, следите, то есть анализируйте, разбирайте Писание. Эти люди начинают изобретать формы получения ответов из духовного мира. Эти формы могут быть самыми разными. Они могут давать самые модные названия этим формам. Они могут давать самые привлекательные термины тому, что они делают. Они даже людей могут этому научить. Но правда заключается в том, что Саула отверг Бог. И любые ответы, которые он там получает от Бога, они могут быть точными. Но это не обратит Саула, это не поможет ему. Все, что Саул пытался сделать, это устоять в своем царстве, даже в этой ситуации.
Итак, еще один признак Саула – это занятие оккультизмом. Обычно это открывается уже в самом конце. Теперь я хочу сказать, что Давид не поднял руку на помазанника Саула. Во-первых, потому что Давид был помазанником сам. Дело в том, что Саул, еще раз говорю, может быть, он этого не знал, но тот же человек, который помазал Саула, он же помазал и Давида. Это был пророк Самуил. Он пришел и помазал его на царство. Он говорит, ты будешь управлять. Вот это от Бога Саула. Но все-таки что-то Давид сделал. И Библия описывает нам в этой же первой книге царства, описывает нам несколько моментов, когда Саул с Давидом пересекался. Эти моменты, они всегда были связаны вот с чем. Саул преследовал Давида. Он посылал людей. Там написано, что он несколько раз он брал 3000 человек для того, чтобы найти Давида и убить его. И тем самым обезопасить себя. Ну, то есть он подымал целую армию. Он делал рейды. Он входил в города, делал рейды. Он выискивал, он выспрашивал, он шпионил. Он пользовался услугами предателей для того, чтобы найти Давида и разобраться с ним. И было два момента, на которые я хочу обратить внимание. Это то, что Давид всегда может себе позволить сделать с Саулом. И я хочу, чтобы все Саулы всех времен услышали, что с ними будет так всегда. И первый момент, это когда описывается история, что Саул, преследуя Давида, он зашел в какое-то место, в какую-то пещеру. Я извиняюсь за это слово, он хотел сходить в туалет. Он хотел сходить в туалет, написано по нужде, то есть хотел сходить по нужде. И он снял с себя одежду, чтобы удобно там было, я извиняюсь, присесть. В этот момент Давид был в этой пещере. И что он сделал? Он взял от этой одежды, отрезал кусок внизу. Я представляю, как Саул, он после того, как сделал все свои дела, выходит, одел свою верхнюю одежду, выходит, и одежда обрезана. То есть он выходит к своим людям, со своими портками, я извиняюсь, и был таким образом опозорен. Я тебе хочу сказать, что может сделать Давид. Он никогда не поднимет руку на помазанника Саула, но всегда Саул будет уходить от него опозоренным. Каждый раз, когда Саул будет пытаться преследовать своих помощников, о которых он не думает, как о помазанниках почему-то, каждый раз вот такие Саулы, они будут уходить с обрезанными портками, опозоренные и обесчещенные, но живые. Вторая история, это как она была очень похожая, когда Саул там сидел под деревом и спал. И написано, что сам Бог, внимание, сам Бог, содействуя Давиду, навел сон на всю эту компанию, на Саула и его там помощников. И Давид пришел, посмотрел на спящего Саула, не стал ничего делать, а он просто взял у его изголовья, забрал его копье и кувшин с водой. И отошел на безопасное расстояние, разбудил всех и говорит, смотрите, у меня твое копье. И из этого я тебе говорю, дорогой мой друг, что еще может сделать Давид? Оружие, с которым пойдут на него вот такие Саулы, он его просто отнимет. Это оружие не вонзится в Давида. Вы заметьте, что происходит. Дважды это копье летело в него дома у Саула. Он с этим копьем пришел в пустыню за ним. Но в итоге у Давида в руках оказалось оружие, которым пришел его поразить Саул. И водичка. Ну что означает водичка, каждый может сам себе подумать, сделать какой-то вывод. Можно и без аллегорий, ну просто вода. Иными словами, Саул был обезоружен. Еще раз говорю, все, что ждет Саулов от руки помазанника Давида, это бесчестие, и Саул будет всегда обезоружен. Дальше Давид, когда вел с ним переговоры, он сказал, ну Бог нас рассудит, пусть Бог тебе отомстит за меня. А своим друзьям Давид говорил, пусть он погибнет лучше от руки каких-то филистимлян, там, не от моей. И так и случилось. Саул погиб в какой-то битве от руки филистимлян. Иными словами, я подвожу итог и говорю, дорогие друзья, никогда в жизни вот такие Саулы, которые говорят, на меня подняли руку, я помазанник, нельзя на меня руку поднимать.
Заметьте, их помощники могут говорить, заметьте, когда Саул бросил в Давида копье, Давид не взял и не метнул его назад. И это они хотят этим сказать. Нашему одержимому Саулу позволено это. Вы прощайте ему, он же помазанник, не бросайте копья в ответ. Наш Саул, он особенный, разрешите ему это делать. И мне кажется, что помазанник Давид, он сам это понимает. Он говорит, мы копья кидать не будем, мы их отнимем. И пусть весь мир увидит, как Саул выходит из пещеры с обрезанными краями одежды, опозоренный. Пусть все увидят. И последнее, что я хочу сказать. Это я хочу обратиться ко всем Саулам всех времен. Я хочу вам сказать, вы не умрете от руки успешных людей, которых давал вам Бог. Они ценят свой успех, они ценят свое помазание. Они ценят то, что у них есть с Богом. Они не будут поднимать на вас руки. Я уже сказал, что они сделают. Но вы, дорогие Саулы, вы умрете от руки филистимлян. Вы не хотели, чтобы эти помощники помогали вам побеждать этих демонов. Вот от них вы и умрете. Именно от руки этих филистимлян. То, что и случилось с Саулом. И почему Саул умер? Саул умер именно потому, что он поднял руку на помазанника. И этим я хочу закончить свою проповедь, дорогие друзья. Я знаю так, что это учение, оно позволило тебе проанализировать себя. Никогда не будь Саулом. Если Бог тебе говорит, что у тебя с ним что-то не в порядке, тебе не помогут ни твои помощники, ни люди, которые сделают твое имя уважаемым, ни памятники во имя твое, никакие названия твоим именем каких-то организаций, тебе ничего не поможет, если тебя отверг Бог. И никогда в жизни Бог не употребит твоего помощника, чтобы тебя убить. Он просто отдаст тебя на съедение бесам, дорогой Саул. Знаешь за что? За то, что ты поднял руку на своего помощника, на помазанника. Ты не подумал, что помазанник – это не только ты. И за это поплатился. Я хочу тебе сказать, дорогой друг, если ты слушал это учение, если вдруг тебя задело и ты узнал себя, не злись. Просто сделай выводы. Знаешь, я хочу сказать, что Бог, конечно, не разговаривал с Саулом, но я спрашиваю себя, а если бы Саул в тот момент, он когда шел к этой женщине, которая колдовала и доставала ему Самуила, мог ли он тогда еще покаяться? Мог ли он тогда еще что-то сделать? Я тебе хочу сказать, конечно. Если бы до него дошло, вы знаете, что Саул во всей этой истории, когда он пересекался с Давидом, он говорит, я знаю, что все у тебя получится. Он говорит, я знаю, что Бог царство тебе даст. И я хочу сказать, что если бы Саул, который понимал, что Бог его уже отверг, занялся бы восстановлением отношений с Богом, а не своим имиджем, история закончилась бы по-другому. Но он увлекся, он стал одержимым. Ему нужно было только царство, ему нужен был только авторитет. И закончил свою жизнь бесславно. Если ты Саул, я хочу тебе сказать, тебе не нужно сейчас заботиться о своем авторитете. Тебе не нужно беспокоиться за свое царство. Все, что за что тебе надо беспокоиться, это за то, что Бог тебя отверг. Отверг, услышь сейчас сквозь время эти слова. Тебе не нужно хватать каких-то божьих людей, чтобы твой авторитет поддержать. Тебе не нужно пользоваться услугами негодяев, чтобы устоять. Посмотри, кто вокруг тебя. Покайся. И пускай Бог тебя восстановит. Даже если Он не оставит за тобой это царство, хотя бы душа твоя будет спасена. Дорогие друзья, спасибо всем, кто меня слушал. До следующей встречи.